Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутской области. Нашу сегодняшнюю программу можно было бы назвать «За 5 минут до лета». Действительно, часть наших эфиров выйдет весной, а часть уже летом. И каким бы оно ни было, мы всегда его ждем, поскольку это время самой активной дачной жизни – отпусков и каникул. Для выпускников начало лета – важнейший этап в жизни. И современный юмор по этой теме. Пап, а пап, что будет, если я не сдам ЕГЭ? Что-что? Лопату в руки, и ты дизайнер по ландшафту. Уважаемые дачники, сегодня мы в гостях на участке на даче у Виолетты Барановой. И у нее есть свой собственный опыт, который, возможно, пригодится и вам. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, несколько слов, как давно вы здесь высаживаете, выращиваете, отдыхаете. Ну, 10 лет назад мы приобрели этот участок. Участок очень понравился, очень светлый, просторный, солнечный. Но, как оказалось, на нем очень сложно выращивать овощи. Почему? Потому что здесь место открытое, верхушка сопки и очень сильные ветра. И что нужно сделать, чтобы защититься от ветра? Ну, мы решили, что нужно посадить ветрозащитные кулисы. И мы их посадили. И вот за 10 лет они у нас выросли. И что, это действительно помогает? Да, помогает. Давайте вместе посмотрим, из чего делать кулисы и как это сделать правильно. Давайте. Вы знаете, я не часто встречаю кедры, роскошные, большие, пушистые, на садовых участках. А у вас целая аллея. Она действительно помогает сдерживать ветер? Конечно. Сколько здесь кедров? Здесь 14 кедров. Практически кедровый лес. Давно они здесь растут? 10 лет. Мы посадили их в очень удачное время, была дождливая погода, и это нам сыграло на руку. И у нас практически не оказалось выпадов. То есть они все прижились. Скажите, пожалуйста, ну вот такая кедровая аллея, она же съедает очень много полезных веществ из земли, остальные культуры не страдают? Нет, нисколько. Здесь у нас сидит картофель, и никаких проблем при выращивании мы не замечали. Кедры периодически подкармливаются специальными удобрениями для хвойных. Поэтому какой-то баланс мы держим. Всем комфортно? Да. А рядом с кедрами мы посадили вишни. Кедры были очень маленькие, и им нужна была защита. И мы решили посадить вишню владимирскую. И что, они хорошо рядом с друг другом соседствуют? Ну, как видите, они даже плодоносят. Вот сейчас набирают цвет. И будут вишни. И вот здесь практически между двух кулис у вас основной огород? Да. Что здесь растет? Здесь мы выращиваем морковь, кальраби, свеклу, лук. Они находятся между двух кулис. С южной стороны их закрывает боярышник, с северной – кедры и вишни. Скажите, пожалуйста, а вот со временем кедры поднимутся еще на метр-другой, а то и больше. Наверное, это не будет очень правильно. Ну, дело в том, что кедры, они не загораживают наш огород с южной стороны, а как раз стоят с северной стороны. То есть с южной стороны не нужно садить высокие деревья, а с северной – пожалуйста. А следующая кулиса начинается с роскошной рябины. Какой это сорт? Это сорт рябины Невеженская. Про нее много написано. Да, она не горькая. Замечательно, надо размножать, чтобы в наших садах такой рябины было как можно больше. Ну а следом у нас с вами какое растение? Это боярышник из нашего леса. Три куста. Мы стрижем их в форме шара. Они хорошо сдерживают ветер и северный, и южный, и не мешают нашим посадкам. И ко всему еще осенью эти деревья обеспечивают нас боярышником на всю зиму. Мы его замораживаем. А откуда родилась вот идея этих кулис? Объясните, пожалуйста, как выбирались растения? Где вы вообще эту идею взяли? Ну, я эту идею почерпнула из книг. И рекомендуют их делать нескучными изгородями. Чтобы что значит нескучные? Ну, чтобы они не были однообразными, поэтому посажено
несколько видов растений. Ну и вот хотя бы... Рябина, боярышник, а это что за растение? А это ложно-платановый клен, который осенью имеет красные и оранжевые листья. Красиво! Да. Спасибо вам большое за ваш опыт. Я надеюсь, уважаемые садоводы, что советы Виолетты Барановой пригодятся вам, если у вас открытый участок, если вас мучают ветра, и вы не можете вырастить большой урожай. Даже самые скучные и угрюмые люди весной и летом становятся добрее и мягче. Особенно на природе, на даче, где нельзя без улыбки и радости любоваться первоцветами и трудно сдерживать восторг от облака цветущей сакуры. Кстати, правильное название растущего у нас кустарника – миндаль трехлопастной. В Японии официально есть несколько выходных дней для того, чтобы люди могли насладиться эмоциями, которые дарит цветущая сакура. Чтобы и наше лето было ярким, цветным, не повредят советы любителей и знатоков рабаток и клумб. Многолетники украшает наш сад с ранней весны до поздней осени. На моем садовом участке растет большое количество многолетников. Это и лилейники, и хосты, и ирисы сибирские, бузульники, клопогоны, лилии разные, ОТ-гибриды, ЛА-гибриды. То есть большое количество многолетников. Астильбы занимает особое место, я их очень люблю, но за ними тоже нужен уход. Кажется, что вот посадил и пусть себе растет. Это не совсем так. Конечно, они меньше требуют к себе внимания, чем однолетники, но тем не менее их нужно кормить, поливать и обязательно делить через какое-то время. Некоторые многолетники делятся крайне редко. Скажем, пионы, они могут расти на одном месте больше 20 лет. И если у вас нет такой необходимости их делить, пусть они у вас растут на одном месте много-много лет и очень долго. А, скажем, такие растения, как астильба, они могут на одном месте тоже расти много лет, но не будут цвести так ярко и красиво, если куст уже как бы состарился. Поэтому его нужно обязательно поделить. Вот сейчас я буду делить астильбу. Растение, которое красиво цветет, ярко, нарядно, но когда оно становится очень уж взрослым, вот таким жирным, широким, с широким основанием, оно начнет давать обильную зелень и очень мало цвести. Поэтому его нужно выкопать и разделить. Для астильбы время деления куста совершенно не важно. Вот когда есть у вас возможность, вот тогда вы это и делаете. И это делаю я. Я его просто выкапываю. Как раз вот этот многолетник, он очень неприхотлив. И ему не важно, когда мы его рассаживаем, пересаживаем, делим. Он очень хорошо приживается. Главное, не забывать его поливать. Я его выкопала, положила на бок, беру обыкновенный широкий нож и пытаюсь его вот сбоку разрезать, этот такой большой корень. Особенность астильбы в том, что у нее нет длинных таких веревочных корней, всасывающих хорошо воду. Она очень, у астильбы очень плотный корень, прям вот как кирпич, грубый, жесткий. И вот сейчас это будет видно, посмотрите, прям все внутри такое деревянное. Но очень хорошо разрезается и без проблем делится. Этот куст можно разрезать даже на три части. Для этого требуется некоторые усилия, потому что внутри буквально деревянный корень, задеревеневший. Вот мы его разделили на три части. Можно, конечно, поделить еще мельче, но я считаю, что вот так вот достаточно. Одну часть мы можем сразу же посадить в землю. Нам нужно очень хорошо пролить лунку, чтобы вода буквально вот стояла в этой яме. Потом мы погружаем корень и закапываем, засыпаем землей. При этом можно, конечно, добавить немножко золы. Я золу вношу весной, потому что осенью я подсыпаю перегной.
Ну и прочитала я в какой-то книге о том, что одновременно перегной и залу вносить не рекомендуется. По каким-то химическим формулам они, ну, не будет никакого толку. Поэтому осенью мы подсыпаем перегной, помогаем растениям питанием. И зимовкой чуть-чуть присыпаем на зимовку. А весной можно внести залу. Но ее обязательно нужно просеять, чтобы она была такая пыльная, мягкая, мелкая очень. И по поверхности рассыпать и зарыхлить. Это будет хорошее питание. Весной также очень неплохо делятся и другие многолетники. Скажем, сибирские ирисы. Они очень быстро становятся плотными, густыми кочками, которые выпирают наружу. Поэтому, чтобы она хорошо зимовала, цвела и радовала садовода, нужно обязательно поделить. Труд это, конечно, очень нелегкий. Выкопать такую огромную куртину, разрубить, тут уже потребуется не просто нож садовый, а скорее лопата или даже топор, потому что корневище очень плотное. Но растение отблагодарит садовода за такой омолаживающий эффект. То есть, посадив и получив несколько растений, у нас будет еще больше красоты на участке. Считается осень лучшее время для того, чтобы разделить многолетники. Но я это делаю весной. Мне кажется, весной все это идет на позитив, на рост, и растения лучше приживаются. Ирисы сибирские. Вот с этим ирисом я уже немного опоздала его разделить на какие-то деленки. У него уже выпала середина. Его надо срочно выкапывать, делить и заглублять. А вот этот ирис сибирский еще можно спасти, конечно. Он уже выпер весь наружу, он такой большой кочкой. Выкопать и разделить на несколько частей и обязательно рассадить. При этом хорошо подкормив землю минеральными удобрениями, и можно подсыпать перегной даже. Потому что он очень много выносит питательных веществ, которые трудно проникают вовнутрь корня. Потому что корневище там просто огромное. Поэтому нужно сразу заправлять очень хорошую землю и поливать. На первый взгляд хоста кажется таким простым, обычным растением, которое совершенно не требует за собой ухода. Но это не совсем так. Их нужно кормить, их нужно поливать. Они очень любят такой полив дождеванием, подкормки любят минеральными удобрениями, подсыпать обязательно перегной. И, конечно, их нужно периодически делить. Первые 3 года можно, конечно, посадить и про них забыть. Они только наращивают свою массу, листья и становятся такими красивыми, огромными, большими и интересными, и показывают всю свою красоту, окраску листа. Но проходит время, и уже через 4-5 лет нужно точно хосту разделить, потому что она становится большой, огромной, неуправляемой, ей не хватает питательных веществ, и она от этого страдает. Поэтому хосту со временем необходимо поделить. Делать это можно и в августе месяце, если есть время, а я предпочитаю это делать весной. Вот такой экземпляр уже можно делить. Соседние уже точно нужно делить, потому что рожков у нее слишком много, она займет очень много места, и ей будет не хватать питания. Как хоста отреагирует на то, что ей не хватает каких-то питательных веществ? У нее край листочка начнет слегка подсыхать. Это уже знак тому, что нужно ее рассадить, разделить. Поэтому хосты мы делим через каждые 3-5 лет. Почему я делаю это весной, когда только-только начинает она просыпаться? Это можно сделать без потерь. Когда делаешь в августе такую процедуру, то можно обрезать какие-то рожки, можно повредить больше вот надземную часть. Очень жалко, и она будет на солнце потом страдать, переживать. Ее лишили части корней. А весной она еще в полупроснувшемся состоянии ничего не поймет и очень хорошо перенесет вот деление куста. Есть такая поговорка, что каждый весенний день огородника, садовода кормит весь год, все лето. Но это также и относится к многолетникам, к кустарникам декоративным. Потому что если мы не вовремя что-то сделаем, не поделили, не прорыхлили, не подкормили, то мы и не увидим той красоты, которую ожидаем от этих многолетников. Они нас не порадуют, они будут плохо себя вести, будут плохо зимовать. Поэтому за многолетниками и за декоративными кустарниками тоже нужен уход. А сейчас я хочу обратиться к каждому из вас, уважаемые дачники, садоводы и огородники. Если вы постоянно смотрите нашу программу, то, вероятно, знаете, что в июле, августе, сентябре мы проводим конкурс
традиционный конкурс на лучший садовый участок по двум номинациям. Первая – это «Мой райский уголок», а вторая – «Урожайные грядки». Спонсор этого проекта – торговый центр строительных и отделочных материалов, который находится на улице Березовая роща 5А и называется «Роща». Это в районе бывшего радиозавода. Загляните, и вы об этом не пожалеете. И, конечно, участвуйте в конкурсе сами. Расскажите о нем друзьям и соседям. Поделитесь своими огородными и садовыми находками. А мы поделимся с вами призами от нашего спонсора. В конце сентября подведем итоги и выберем двух победителей. Наградам этих счастливчиков будут завидовать все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. Телефон 746-711 и пишите на нашу почту дача@astv.ru. Березовая роща 5А. Торговый центр строительных товаров. В роще есть большой отдел сад и загородный отдых. Здесь приятно гулять, покупать, выбирать и, самое главное, выгодно. Потому что в одном месте есть все для больших урожаев, дачных красот, радостей, труда и отдыха. Обратите внимание на заборы из штакетника от производителя. Есть готовые клумбы и ограждения, а также душевые кабины. Семена, емкости для рассады, системы полива, грунты и удобрения, средства защиты растений от болезней и вредителей, укрывной материал – все самое необходимое дачникам. В роще любят удивлять новинками. Удобный ручной и электрический инструмент, садовые тележки, легкие, прочные, широкий ассортимент банных принадлежностей, камины – несколько видов качель, беседки, всего просто не перечесть. В борьбе с сорняками и травой любому дачнику помогут электрические инструменты. Стоит обратить внимание на триммеры, которые подходят для стрижки травы и сорняков на небольшом участке, не задевая кустов и деревьев. Вы можете выбрать идеальный инструмент по мощности, весу, типу двигателя и способу питания. У заборов, кустов, дорожек вам помогут аккумуляторные ножницы производителя Гардена. Они прекрасно ложатся в руку, имеют два разных лезвия, как для подрезки небольших кустов и деревьев, так и для выравнивания травяного покрова. Колесные газонокосилки для солидных площадей с ровной поверхностью, большая режущая дека и вместительный травосборник – главные преимущества для покупки такого агрегата. Если вы хотя бы один раз побываете в роще, то непременно вернетесь. Здесь есть на что посмотреть, а главное, есть что купить. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, для вас очень полезная и, на мой взгляд, нужная информация. Сибирский институт физиологии и биохимии растений реализует рассаду овощных, в том числе томаты, перцы, баклажаны, огурцы и капусты. А кроме того, для всех вас огромный выбор декоративных однолетних и многолетних культур. Есть плодовые и ягодные саженцы. Продукция проверена учеными Сифибра. А купить ее можно с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, выходные с 9 до 13 часов. Пожалуйста, запишите адрес. Академгородок, улица Лермонтова, 132. Телефон 42-59-03. Красивый, плодоносящий и богатый сад – мечта каждого дачника. Здесь спешить не стоит. Тщательно подбирайте культуры и, главное, сорта, только районированные. Иначе годы ожидания венчаются большим разочарованием. Покупая непроверенные семена однолетних культур, мы теряем один год. Покупая некачественный посадочный материал плодовых ягодных культур, мы теряем до 5 лет. Поэтому, основываясь на своем 20-летнем опыте, я готов предложить посадочный материал тех сортов, урожай которых я лично оценил, и рекомендую вам. При правильной агротехнике урожай будет отменным.
Не первый год крестьянско-фермерское хозяйство семьи Радченко выращивает для нас с вами самые современные плодовые, ягодные и потрясающие декоративные культуры. Сотни сортов яблонь от ранеток до крупноплодных, крыжовники, жимолости, смородины, земляники, роскошные сорта сливы, груши, абрикоса, вишни, великолепные малины, сладкие и крупные. Ремонтантные будете есть почти до снега. Изысканная сакура, калина бульдонеш, восхитительные черемухи, рябины сделают вашу дачу предметом гордости и зависти. Все сорта проверены временем и суровым сибирским климатом. Выращены в собственном питомнике. Качество отменное. Цены 2015 года. Каждому покупателю подробная консультация. И не откладывайте покупку на потом. Можно не успеть. Звоните. Телефон 68 46 47. На дачных огородах повсеместно доминирует зеленый, редиска, кабачки, салаты, руккола, укроп, свекла, морковь, лук и чеснок. Кое-где появляются белые цветоносы на садовой землянике и сливе, а затем яблони в цвету. Какое чудо! Среди огромного множества забот, пожалуйста, найдите время остановиться, вдохнуть всей грудью, полюбоваться и насладиться. Подставляйте солнышку ладошки, собирайте лучики в карман, а затем с любовью, понемножку, раздавайте близким и друзьям. Сегодня я вас хочу познакомить с замечательным кустарником под названием рододендрон. Это вечно зеленый кустарник, отличающийся от других кустарников тем, что у него на зиму листовая пластинка не опадает. Соответственно, под зиму уходит в таком виде, в каком мы его наблюдаем весь сезон. Цветение у него начинается с конца мая, цветет разными соцветиями. На данном участке представлены только розовые соцветия. Зимостойкость у этого кустарника довольно-таки высокая, но все зависит от качества материала, который вы приобрели. На зиму это растение пришпиливается. Каким образом? Побеги нового года опускаются над уровнем земли и шпильками 40-30 сантиметров пришпиливаются. Соответственно, укрытие не требуется, а только снежный покров, то есть то, что нам даст природа в зимний период времени. Уход, полив и удобрять 2 раза в неделю быстрорастворимыми микро-макроэлементами. Место расположения, если это будет чисто зеленая листовая пластиночка, соответственно, на солнечное место. Если, как вот здесь далее представлен кустарник с варигатной формой, то он будет вносить тоже и полутень. Поражение болезнями практически не наблюдается. Но при выращивании обратите внимание, что этому кустарнику требуется кислая почва. Соответственно, приобретая его, дополнительно нужно прочитать литературу. Данный кустарник рододендрон размножается посевом семян или черенкованием, но это очень кропотливая работа. Доступна не каждому садоводу-любителю, только опытникам. Так что приобретайте уже готовые саженцы, пусть они вас радуют. Вы наслаждаетесь их ярким цветением весенним. И то, что этот кустарник всю зиму будет у вас с листом. Несмотря на то, что при выращивании этот кустарник очень требовательный, при покупке дорогостоящий, стоит его иметь в вашем саду, и он каждую весну будет вас радовать своими яркими, насыщенными цветами. Хорошо, что есть удачный сад на Гоголя, где все для нашей любимой дачи. Особенно хороши розы.
Чайно-гибридные, плетистые, флорибунды, почвопокровные, которые легко переносят наши зимы и удивляют всеми красками радуги. И даже новичкам их вырастить просто. С хлореллой, мукой из панциря крабов или костной. Это новинки, последние разработки ученых. Они здесь появляются регулярно. Удачный на Гоголя выбирает для вас все самое лучшее в России. Соберетесь сеять газон, приходите. Из 10 видов опытные консультанты подберут оптимальный. И к нему специальные инструменты, удобрения, препараты от сорняков. И непременно задержитесь у милых дачных украшений. Они подарят вам позитив и, вполне возможно, принесут удачу. Без пяти минут лето. Впереди много солнца, ягод, фруктов, овощей, цветов, птичьих песен по утрам, шашлыков, теплых вечеров с чаем и ароматным вареньем. Всего просто не перечислить. Но, пожалуйста, помните, что красиво прожитое сегодня делает каждое вчера чудесным воспоминанием, а каждое завтра полным надежды, веры в самое лучшее. Будьте счастливы! До свидания!